минувшую субботу в районе зоны отдыха «Горняк» провели фестиваль зимней любительской рыбалки «Клевая Колыма». Валерий Воробей рыбачит много лет. Рассказывает, что начинал еще совсем ребенком. Мужчина давно хотел поучаствовать в подобном массовом соревновании, а «Клевая Колыма» – отличная возможность. Рыбак отмечает, что от фестиваля ждет веселья. Веселье и хорошего настроения, ну и удачи. Тут только сейчас на удачу, потому что на уйковой корешке вряд ли будет особо. Но кому повезет. Для того, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей фестиваля, городские и областные власти подключили к работе различные ведомства. МЧС, полицию. Также предоставили специализированную технику. Катеры на воздушной подушке, снегоходы. Квадроциклы на гусеничном ходу. То есть это все будет непосредственно обеспечивать безопасность наших рыбаков во время проведения мероприятия. Начался фестиваль с регистрации участников. Кто-то зарегистрировался через интернет, кто-то на месте событий. Процедура длилась около часа. Почти 130 рыбаков решили испытать себя на этом состязании. Главное условие – участники должны быть совершеннолетними. Получают номера, получают атрибутику, получают пакеты для сбора улова. В 10 часов, начало 11-го, будет дан старт мероприятия, и люди будут выдвигаться к месту лова. После регистрации рыбаки выдвинулись на место подледного лова. Так как выезд на лед запрещен, добирались своим ходом. Кто-то на снегоходе, кто-то пешком. Валерий Воробей настроен решительно. Зарегистрировался, поперли, сейчас будем ловить. Все, сил нет терпеть больше. На месте для рыбаков провели инструктаж. В зону лова можно было взять бур, линейку, стул, удочки. Тех, кто нарушит правила, исключат без предупреждения. Всего две зоны лова, по которым рассредоточились участники. Проводили соревнования в два этапа, каждый из которых длился час. Между ними перерыв, во время которого участники меняли зону лова. Фестиваль посетил губернатор Колымы Сергей Носов. Он пожелал рыбакам удачи в соревнованиях. Участники же поделились с губернатором секретами подледного лова. Это правильно забурить симметрично лов, чтобы не утонуть. Нет, чтобы баланс был хороший, иначе не будешь чувствовать, клюет или нет. Вообще рыбалка у нас реально интересная. Конечно, туристы прям очень хотят. Спустя 10 минут после старта у Валерия уже есть первый улов. Мужчина отмечает, что рыбы на этом месте не так много, однако это не важно. Провести день на свежем воздухе, особенно в теплую погоду, всегда приятно. Так же считают и другие участники соревнований. Просто отдохнуть, погода хорошая. Не дома же сидеть. Удовольствие. Ну, удачи. Все, отдохнуть над солнышком, самое главное. Я посмотрела, что все начинают рыбачить. Тоже захотела, очень-очень побежала, за 10 минут быстренько зарегистрировалась. Да просто вкипиш, почему бы не поучаствовать? Весело, отдыхаем, тепло, природа. Пока рыбаки соревнуются, на берегу организаторы подготовили развлекательную программу. Творческие коллективы города и области выступили со своими номерами. Кроме того, на фестивале работала полевая кухня. Любой желающий мог отведать ухи и выпить горячего чая. Душа.
Победителей выбирали в 6 номинациях. К подведению итогов привлекли специалистов Магдан-Неро. Лучшим рыболовом корюшки стал Сергей Бут. Он же выловил самую крупную. Лучшей рыбачкой – Кристина Носова. В номинации «Навага тоже рыба» выиграл Владимир Васильев. Самую крупную навагу выловил Евгений Вишневский. Гран-при чемпионата и главный приз забрал Владимир Васильев.